Председатель Совета имамов города Каспийска Мурат Исмаилов в преддверии Дня Конституции Республики Дагестан организовал очередную экскурсию для участников проекта «Каспийск. Территория дружбы». Напомним, что он стартовал с конкурса социальных видеороликов в прошлом году. Со слов организаторов отдела просвещения муфтията и женского клуба города, главной задачей является гармонизация межэтнических отношений среди жителей Каспийска. Поездка состоялась в сопровождении руководителя женского направления отдела просвещения муфтията Республики Дагестан по городу Каспийску Рукият Магомедовой. Девушки посетили туристические локации региона, смотровую площадку в поселке Дубки и Черкей. По словам участников проекта, эта поездка стала отличным поводом весело и интересно провести время. Благодаря экскурсии от Мурада Исмаилова девушки обрели новые знакомства и прекрасно отдохнули.